Всем огромный привет! Сейчас только мне курьер привез посылку из AliExpress. Первый раз за всю историю посылок из AliExpress получаю я посылку от курьера. Я была приятно удивлена, почему такое произошло, я не знаю. Заказывала я через почту, и никакую курьерскую доставку я при этом не заказывала. Но это мне объяснили так, как будто через почту доставка дорогая, дорого обходится, и, видимо, продавец сам, что ли, решил через курьера. Но получила я ее за доставку как бы бесплатно. Заказывала я две картины, не знаю, которая пришла. Одна была набор вышивки крестом, другая картина это акриловыми красками. Вот сейчас посмотрим, я точно не знаю, которая пришла. Вот так упаковал продавец. Так, я уже вижу, что пришла картина с акриловыми красками. Как она называется? Грамотно сказать не могу. Я первый раз решила попробовать. И вот в таких надувных мешочках надувные мешочки упакованы. Я все никак не могу распутать. Так, это холст. Вот, это сам мешок. Давайте посмотрим. Заказывала я вот такой набор. Это такой корабль. Очень красивый должен быть комплект. И такие маленькие краски я вижу здесь. Посмотрите, вот какие краски. Первый раз в своей жизни хочу попробовать покрасить акриловыми красками. Вот. Надеюсь, они свеженькие. Вот так они пронумерованы. Когда начну работать, я вам обязательно все покажу. Ну, вот такие как бы постельные тона в основном. Рисунок сам будет вот такой. Размер тут указан 40 на 50. И прилагаются еще вот такие кисточки. Три кисти. И вот, чтобы повесить, есть еще вот такая фурнитура. Так, давайте посмотрим сам холст. Холст свернут в трубочку. Вот так это все выглядит. Ну, я бы сказала, ничего не помялось. Все достаточно понятно указано, то есть по этим вот цифрам нужно будет красить. Эти же цифры указаны и вот на красках. Мне очень интересно попробовать этот вид работы творческой. Ну, творчества тут, конечно, мало, но все равно мне очень интересно попробовать. Я у девчонок видела такие работы. Получаются весьма красиво. Ну, тут еще прилагается вот такая схема. Но мне кажется, она и не нужна. Тем более, видите, как-то здесь более мелко. А вот на самом холсте более подробно и четко все отмечено. Ну, пока я довольна этим набором. Так, сколько стоило, я точно не помню, но ссылка будет внизу. Посмотрите, кому интересно. Там очень много было сюжетов. И всех благодарю за просмотры. И до следующих встреч. Пока-пока.